Друзья, привет! Фикс прайс Косыгина 27, наставников 8, Санкт-Петербург. Была очень большая поставка товара. Сейчас все будем смотреть, рассматривать, оценивать. Приятного вам просмотра. Посмотрите, какая интересная новинка. Это венчик 27 сантиметров. Очень красивые ручки с градиентом. И они такие приятные на ощупь. Сделаны из термопластичной резины. Рабочая часть сделана из нержавеющей стали. Есть вот такие расцветки: синий с зеленым, желтая с розовым, серая с розовым. Цена 79 рублей. В коллекции новой серии посуды вот с такими красивыми яркими брызгами появились глубокие тарелки 700 мл, сделанные из фаянса. Цена 149 рублей. Интересная новинка – держатель пакетов навесной. Размещается на дверцу шкафа и можно удалять отходы одним движением, как нарисовано на картинке. Сделан держатель из перерабатываемого пластика, имеет эко-сертификат. Материал полипропилен, сделан в России, Пластик Репаблик. Сейчас попытаюсь показать вам, как это делается. Вот так отжимаются вот эти штучки, вставляются туда пакеты, он крепко-крепко держится. И вот так навешивается на дверцу. Цена такого держателя 99 рублей. Все серого цвета. Разделочная доска 35 на 24,5 сантиметра. Удобная ручка, двухсторонняя рабочая поверхность. Можно мыть в посудомоечной машине. Три варианта расцветок: синими разводами, зелеными и розовыми. Все симпатичные, очень крепкая доска. Цена 199 рублей. Купила себе с зелеными разводами. Не устояла. Опять поступили подставки под горячие 18 сантиметров в диаметре. Вот такие. Такой дизайн: вилка, ложка и ножик. Сделаны из углеродистой стали. Есть небольшие круглые ножки. Цена 79 рублей. Форма для выпечки прямоугольная, 36 на 24 сантиметра. Очень понравилась мне она тем, что она очень крепкая. Толстые стенки и очень красивый дизайн. Разводы бежево-желтые. Вот это очень красивая. Сделаны формы из жести в Китае. И вот такой дизайн под мрамор, черно-белый. Тоже очень красивая. Цена 199 рублей. Вот эта форма для выпечки 28 сантиметров в диаметре, конечно, на фоне той проигрывает. Она очень тоненькая. 149 рублей. Очень мне понравились новые тарелки. Вы только посмотрите на этот дизайн. Тарелка 20,5 сантиметров, сделана из керамики. Такие красивые нежные цветы. И второй вариант вот такой. Тюльпаны синего цвета. Вообще очень красивые тарелки. Цены, к сожалению, не было. Но думаю, рублей 79. Не дороже. Подставка под горячее. Диаметр 10 сантиметров. Сделана из керамики и пробки. Если хотите, чтобы она дольше сохранилась, пробка должна быть всегда сухая. Два дизайна. 55 рублей. И есть еще квадратные, тоже 10 сантиметров сторона, два дизайна, керамика и пробка. 55 рублей. Пергамент силиконизированный, длина 8 метров, ширина 38 сантиметров. Силиконовое покрытие позволяет выпечке и продуктам не подгорать и легко отделяться. Возможно, многоразовое использование. 149 рублей. Блок для записи магнитный. Можно использовать для записи рецептов, записок, цитат, стихов, да для чего угодно. Есть несколько дизайнов, а материал фанера, краска по дереву, винил и бумага.
Все симпатичные. Цена 99 рублей. Изготовлены в Москве. Органайзер для косметики и аксессуаров в виде вот такой вот высокой баночки. Она с крышкой, что очень удобно. Можно поставить туда различные кисти, и они не будут пылиться. Сделаны из полистирола, а дизайн вот такой вот, как будто капельки. 199 рублей. Эти органайзеры я уже показывала, много отделений, 199 рублей. И вот такой большой органайзер, 299 рублей, 2 отделения. А это новый органайзер, он очень большой, есть ручки. И органайзер очень глубокий. Посмотрите, сколько там различных отсеков разного объема. Также материал полистирол, цена 299 рублей. И еще новинка, вот этот органайзер с 3 соединенных вместе стакана. Из перегородки, тоже очень глубокий. Материал полистирол, цена такого органайзера 199 рублей. Органайзер для косметики и аксессуаров, круглый. Мне кажется, он крутится. Он упакован, ничего не видно. Посмотрите, вот там как бы двойное дно и вот такое противоскользящая вставочка. Мне кажется, он крутится. Или это подставка? Не могла понять. Цена 249 рублей. Еще новый органайзер в виде коробки с крышкой, без всяких перегородок. Крышка не полностью открывается, она просто откидывается. Полистирол. 149 рублей. Поступили очень красивые коробки для цветов и подарков. Посмотрите, какая она красивая, нежная. Длинные ручки из ленточек. Есть вот такой вариант с градиентом. Потом бежево-розовые и белые. Посмотрите, какая белая красивая. Состав бумага полиэстер. Цены, к сожалению, не было. Контейнер MyBox. Внутри есть вкладка, контейнер на 6 литров, есть клипсы, на крышке есть ручка. Посмотрите, какие они красивые. Полипропилен, сделано в России. Под крышкой находится вкладка. Вообще очень удобный контейнер для рукоделия. 199 рублей. Очень много контейнеров ранее привезенных с таким зимним пейзажем, с домиками. 199 рублей, они без вкладки. Органайзер для хранения на 18 литров, мягкий, изготовлен из полиэстера, но похож на фетр. Очень толстые стенки, есть петелька. Изготовлен в Санкт-Петербурге. Удобно хранить игрушки или какой-то текстиль, или клубочки, чего угодно. 299 рублей. Корзина для хранения на 7,3 литра, квадратная, 31 сантиметр сторона. Подходит для пищевых продуктов. Изготовлена в России, в Москве. 149 рублей. Есть расцветки. Ящик для хранения на 6,6 литра. Размер 29 на 19, высота 18 сантиметров. Очень крепкий. Ручка выдвигается. 4 крепких замка. Сам он прозрачный. Стенки толстые. Я думаю, выдержит большой вес даже, потому что нарисовано, что можно хранить инструменты. Вот так вот открывается. Все классно сделано. Изготовлено, кстати, в России, в городе Москва. И крышку можно не полностью открывать, а вот так можно откидывать. Цена 299 рублей. Для хранения на 20 литров есть удобные ручки, не подходят для пищевых продуктов. Очень крепкие стенки. Я, по-моему, самый крепкий ящик, что я встречала в Фиксе. Цена 249 рублей. Для мытья посуды также можно мыть овощи и фрукты с ароматом клубники. 450 миллилитров, 59 рублей. Пятновыводитель Биомакс, формула которого не содержит хлор. Орлеанский кис жасмин. Удаляет пятна за 30 секунд. Так утверждает производитель. 149 рублей за
500 граммов. Подставка под горячий 25 на 40 сантиметров, гобелен. Состав 50 хлопок, 50 синтетика, двухсторонняя подставка. Производитель город Иваново, 79 рублей. Квадратный чехол декоративный на подушку 38 сантиметров, также гобелен, 50 хлопок, 50 синтетика. Вот такие расцветки. Это на наставников. 149 рублей. Сидушка на стул 40 на 40 сантиметров. Очень мягкая, ткань похожа на бархат, обшита вот такой вот объемным декором, как будто плетеная такая коса, переходящая в завязки. Завязки очень длинные. С другой стороны противоскользящее покрытие. Средней толщины они. Вот были розовые, светло-горчичного цвета, салатового и темно-коричневые. Состав полиэстер и хлопок. Понравились они мне. Мягкие. 249 рублей. Моющее средство для полов и стен «Мистер Пропер». Лавандовое спокойствие. Не требует смывания. Безопасно для всех типов полов. 1,5 литра, 200 рублей. Я всегда пользуюсь. Мне очень нравится. Водосгон 17 сантиметров. Полипропилен, термопластичная резина. Очень удобно. Я покупала в том году за 55 рублей. Наверное, в этом году 59 сейчас стоит. Цены пока не было, но очень удобный. Друзья, спасибо большое за внимание. На этом обзор закончен. Сейчас немножечко погуляем. Идем, продолжаем свой поход в летний сад. Погода чудесная, солнышко. Лебяжья канавка. Слева Марсово поле. А справа уже летний сад. Все будет очень красиво весной и особенно летом. Летний сад заложен Петром I в 1704 году. А вот эта порфировая ваза была установлена в летнем саду в 1839 году. А в 2008 году она раскололась надвое. Ее взяли на исследование и на реставрацию. И потом уже установили в 2012 году. Здесь так тихо и спокойно, как будто и не в городе. Машин почти не слышно, особенно летом. Высота этой вазы, кстати, 4,85 метра, сделана из гранита. И в этом году летнему саду исполняется 315 лет. Вот здесь целая аллея всевозможных фотографий, фактов. Очень интересно. Остановитесь. Друзья, еще раз спасибо за внимание. Всего вам хорошего. До скорой встречи и пока.